Современную пожарную и аварийно-спасательную технику для Дагестана изготовит группа «ГАЗ». Сотрудничество обсудили руководитель МЧС республики и представители Горьковского автомобильного завода. В этот же день провели смотр возможностей 5 образцов техники. Отмечается их высокая эффективность и экологичность. Затем в актовом зале прошла презентация группы «ГАЗ». По итогам встречи глава регионального МЧС поручил продумать все детали сотрудничества.